Привет, я опять вернулся. Месяц прошел, я забыл уже, как что оставил. И фотки уже поудалял. Хорошо, что этот видео-то есть, хотя бы посмотрел. Технику привезли, вытяжки чуть-чуть другие. Одной вытяжки опять нет, которая вторая кухня, которую наверху собирал. Ну, нет, значит, строители сами будут ставить. Я тогда уезжал, тут прибирался, да? Ну, показал, что все закрыто, что так. Как стройка идет, так и этот. Что сегодня будем монтировать. Наверху там сейчас открыл, потому что там дышать нечем. А еще и ступенек нет. Блин, одну кухню будет подымать очень проблематично, очень. Удобнее с отсюда. А там козлик стоит, он приколбашенный. К доскам. И не хватает вот там вот досок, чтобы заходить. А с этой стороны тоже не хватает, но более-менее. Но придется модули по этому краю. Ну, а столешницу, наверное, по ступенькам. Так мы в том монтировали, там вытяжки нет. Ну, нет, так и нет. Не привезли ее до сих пор. Где-то она потерялась, значит. Начну, наверное, сверху, потому что жарко, чтобы потом вниз перейти уже охлаждаться. Здесь получше будет. И то тут полы типа затерли, не затерли, ну, вымыли. Все в таких стадиях. Месяц прошел, обои наклеились здесь и плиточка уложилась за месяц. Ну, я так смотрю, с такими темпами меня подгонять, когда ты кухню поставишь. А смысл вот... Сейчас переключу. Вот смысл мне тут кухню ставить? Для чего? Тут сжечь, ну вот, смысл, тут еще рано кухать, да? Я понимаю, я приехал, тут уже и потолки, и все было сделано. Я кухню монтировал, а тут я кухню поставлю, остальную мебель к Новому году буду собирать. Ну, то ладно. Просто опять пока идет гонка, это давай. Для чего? Ну для чего? Чтобы она как-то та стояла там вообще вся в пылюке наверху там, ну смысла вообще не вижу. Так торопиться. Ну ладно, приехал. По инструменту, как всегда, с собой взял очень мало. Очень мало в одном рюкзаке, так как сюда добираться проблематично. Даже вызывая такси, очень проблематично сюда. Пылесос не беру, потому что так поубираю. Смысл тут пылесоса. Я уже веничком уберусь. Тут все равно гадюшник. Чтоб я тут еще и полы, все это, ладно. Так, листик ушел. Мы с того листика будем делать соседу тумбочку. Но это в другом ролике будет. Не знаю, какой из них выйдет первый. Тоже говорит, сделай мне тумбочку, микроволновку, такое там поставить. Я ему говорю, там-то есть лист. Вот когда лист заберешь, тогда и сделаю. Забрал лист, привез. Что у нас тут еще? Надо еще пересмотреть. Да, фасадную. Тоже его просил. Забрать не забрал, ладно. Кого-то другого попросим. Так, смесителей у нас нет. Ну, нам смесителей не надо. Да, мы их клеили, а там дальше пускай сам махаются. Будем по этому принципу тогда. Все, кухоньки сейчас. Раскручу, перенесу. И там, наверное, будет как? Уже на 4 минуты. Первую кухню опять вкратце я вот так включил камеру, рассказал, что там врезал, там то. А следующая кухня, она уже в таймлапсе. Я поставлю камеру и будет съемка. Все, одно дело рассказать, а другое дело показать. Вместе все это, ну, по монтажу, по всему будет так. Все, тогда сейчас разложусь. По инструменту покажу, что по инструменту взял. По инструменту взял водичку, камеру, штативы, силиконы, лобзик там лежит, бошевский, ну, у меня столько бошевский, взял вот с таким вот аккумулятором, взял винтик и взял шурик, потому что петли регулировать им удобнее, и так как я буду устанавливать вот такие вот дюбельки, винтовер там затягивать удобнее. Все, приступаю туда. Так, ну что, поднял я. По инструменту взял, ну, чуть-чуть, много брать смысла нет, даже взял больше, чем надо. По вытяжке, да, подымалось все это так себе еще, и солнышко. Вытяжку нашел, она вообще была в другом здании, там лежала. Тут еще вытяжку поставить. Сейчас вроде как проветрил, вроде как уже можно работать. Все, тогда приступаю. Пока будут такие короткие включения.
Так, ну что там, полтора часа где-то прошло. Я, получается, эту вытяжку на 4 самореза поставил. И сразу же, так как здесь размечал, взял размеры, отметил уже здесь, как она будет. И у меня уже записано все на низ будет, чтобы уже быстрее процесс шел. Сейчас разметил белый маркер. Ой, все уже умирает. Здесь разметил. Здесь уже черное. Сейчас выпиливаю. Ну что тут, выпилять, промазать столяркой и просиликонить. А, и ленту наклеить. Ну, пока тут будет этот, столярка сохнуть, я ту вытяжку поставлю. Стена завалена. Блин, там нормально было. Здесь уже... Ну и тут штукатурили. И на разоблоку сантиметры штукатурки. Ну так вот. Все идет даже, да, 2 сантиметра. Все идет как-то. Ну, в принципе, вытяжку поставил, остальное уже дело не мое. Потому что когда первую кухню смонтировали, и тут еще проводки нигде не было в этих, все. Было видно, где, ну, надо было сдвинуть розетки, сделать розетку наверх. Нет. Данные строители что делают, чтобы все было в одном. Ну, как-то это... Ну, как идет стройка, то вы так и видите. В принципе. Ну что, ушло у меня 2,5 часа на все. Везде просиликонил, края просиликонил, все. Здесь все. То я рассказывал про розетки строители, а вот изначально еще не было ни плитки, ни проводку еще не делали, ничего. Изначально уже знали, что здесь будет стоять холодильник. И вхреначили выключатель. Ну, ах ты, блядь, какое. Ну все, в принципе, здесь все, сейчас вниз спускаюсь. Кстати, да, я вытяжки поставил здесь и здесь черный, так я разметил. Оказывается, с той стороны должна была быть другая вытяжка. Ну, она внизу будет. Внизу как раз 2 вытяжки подороже будут. А то заново пересверливать уже не стал, прилепил. Прилепил ее туда. Ну, вот сюда ее. Здесь повезло, в этой кухне. Это монтировалась она вторым роликом. Здесь доводчиком ГИФовские петли. Ну, повезло, просто повезло. А, да, и цоколь здесь пластиковая. В этой кухне. Все, спускаюсь вниз. Ну что, перешел в крайнюю. Сейчас камеру поставлю. И в таймлапсе все уже будет снято.
Так, ну все, сделал. В общем, вышло 6 часов монтаж двух кухонь. Здесь вытяжка беленькая, но она как-то лучше смотрится. Так, сразу проходился фейринг. Здесь я заклеивал малярным скотчем, чтобы опилки не залетали, чтобы не вычищать. А так, в принципе, все. Открывать, я думаю, смысла нет. Там под коммуникацией туда. Все, монтаж сделан. Я скину в описании под видео. Будет первая часть, вторая, все части, все видео, которые выходили, про эти. Все, все там будет. Кому интересно, посмотреть. Кто не смотрел. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, комментируйте.